بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья и сестры, продолжаем наше занятие, посвященное вопросам убеждений, вопросам идеологии. На прошлом занятии мы говорили о том, что Бог един в своем созидательстве, в своем господстве. Другими словами, Он единственный, кто созидает, кто создает, кто совершает. Он единственный, кто управляет. И мы в этом вопросе столкнулись с рядом сомнений. И на прошлом занятии мы разобрали первое сомнение относительно данного вопроса. Мы говорили о том, что если Бог единственный Созидатель, единственный Творец, единственный, кто управляет мирозданием, всеми процессами без исключения, даже самыми мельчайшими процессами в мироздании, то ведь это противоречит самым ясным истинам, самым неопровержимым истинам, к которым мы привыкли. А именно, мы видим, что наши действия приводят к определенным результатам. Процессы, которые происходят вокруг нас, столкновение материи, передвижение, изменение материи, приводят к определенным результатам, к определенным следствиям. Наши действия, наши перемещения, наши поступки приводят к определенным следствиям. Мы привыкли к этому. Для нас это является совершенно очевидным, неопровержимым делом. Мы считаем, что то или иное наше действие влечет за собой то или иное следствие. Тот или иной организм в природе, то или иное событие вокруг нас, тот или иной процесс приводит к тем или иным следствиям. Мы к этому привыкли. Для нас это является совершенно очевидным, как 2×2=4. Так как же мы можем быть убеждены в том, что Бог единственный Созидатель, единственный Творец? И мы говорили о том, что мы здесь противопоставляем на самом деле сомнения убежденности и уверенности, потому что разум доказывает неопровержимыми доводами и аргументами, доказывает, что Он, Бог, единственный Созидатель, единственный Господь. То есть Он единственный, кто влияет, единственный, кто создает, кто созидает, кто творит. Таким образом, мы противопоставляем сомнения, и поэтому нам необходимо разрешить это сомнение, а не отказываться от уверенности, от доводов, аргументов разума. Так как, рассмотрев более внимательно это сомнение, мы обнаруживаем, что на самом деле у нас сложилось ложное впечатление. Дело в том, что наши действия, наши поступки, процессы, которые происходят в материи, в материальном мире в частности, все это на самом деле не является истинной, настоящей причиной. Как говорится в философии, на самом деле не является начальной причиной всего, а всего лишь является условием. Всего лишь является условием. Это подобно тому, если бы вы обещали бы своему ребенку, например, что подарите ему велосипед, если он получит хорошие или же отличные оценки по всем предметам в школе. И когда ваш ребенок на самом деле получил эти оценки, вы дарите ему велосипед. Можем ли мы сказать, что хорошие оценки являются причиной, творцами, начальной причиной велосипеда? Конечно же, нет. Но если подобное действие очень часто повторять для ребенка, для любого человека, и когда причина, какое-то действие с каким-то следствием постоянно совпадают, то у человека в конце концов сложится впечатление, что это действие является следствием для того действия, что то действие является начальной причиной этого следствия. Таким образом, все, что
что мы видим вокруг, все те причины, которые кажутся нам причинами, все, что мы называем причиной, воду, которая утоляет жажду якобы для нас, с нашей точки зрения, все это на самом деле является причиной, но только не начальной причиной, не творцом, не созидателем всего этого, не тем, что совершает это действие, а всего лишь навсего является причиной, такой же причиной, как отличные оценки вашего ребенка для велосипеда. То есть, по сути, это всего лишь условия, а не настоящие реальные начальные причины. Это первое сомнение, которое, возможно, ввело бы вас в заблуждение относительно данного вопроса, относительно единобожия в созидательстве. Имеется еще немаловажное сомнение относительно данного вопроса, с которым мусульманские школы, мусульманские течения, мусульманские идеологические школы сталкивались с этим сомнением. И оно заключается в том, что человек, это сомнение больше касается человека. Предыдущее сомнение касалось всего, что происходит в мире, всего, что происходит во Вселенной. Предыдущее сомнение касалось также и сомнений относительно процессов и происходящих в материи изменений. Но это второе сомнение, оно в первую очередь касается, имеет прямое отношение только к действиям человека, поступкам человека. Дело в том, что ислам исповедует, что человек, совершая те или иные поступки, приводит к определенным следствиям. Например, некоторые действия классифицируются исламом как хорошие, как добрые, как праведные поступки, а некоторые другие классифицируются как преступления, как злые поступки. Как следствие, ислам, Бог в откровении обещает за те или иные поступки наградить человека. Например, обещает наградить за совершение молитвы, за пост и за множество других праведных поступков, в частности, за благотворительность. И наряду с этим Бог обещает наказать человека за те или иные преступления, за те или иные дурные и предосудительные поступки. Например, за воровство, за вранье, за убийство и за множество других преступлений и грехов. И здесь мусульманские течения, все мусульманские школы, которые едины во мнении, что Бог на самом деле является единственным Творцом, единственным Созидателем, единственным Господом, все эти течения столкнулись с этим сомнением. Как же так? Ведь Бог, который является справедливым, Бог справедливый, как он может наказывать человека за то, что он не совершает, за то, что он не совершал. Не говоря уже о том, чтобы награждать человека за то, что не является его заслугой. То есть, если все, что происходит, причиной всего, что является только Бог, то есть причиной всего происходящего, всех процессов, всех действий, начальной истинной причиной является только Бог, только единый Бог, то почему же, помимо того, что мы те или иные преступления приписываем человечеству, те или иные добрые поступки приписываем тому или иному человеку, помимо этого, да, мы еще и исповедуем идею о том, что эти люди будут наказаны за свои преступления и награждены за свои благие поступки и деяния. Это сомнение, конечно же, также создает проблемы для нашей убежденности, для нашей веры. Веры в единобожие в созидательстве и господстве. Но если мы исследуем этот вопрос, если мы исследуем это сомнение немного повнимательнее и более детальнее, то мы обнаружим, что на самом деле
Человек обладает одной очень удивительной и чудесной особенностью. И не только человек, но и некоторые другие существа, некоторые другие живые организмы обладают одной не совсем познанной, не совсем исследованной, но при этом весьма, весьма удивительной и чудесной особенностью. Эта особенность называется свобода воли. Называется свобода воли. Дело в том, что человек, сам того не желая, сам на то не влияя, получил от Бога свободу воли. Эта свобода воли также дарована Богом. Бог сам свободен. Он совершает то, что хочет, и не совершает того, что не хочет. Сам Бог. И этим же качеством он наделил свое творение, наделил человека. То есть дал ему свободу воли. И эта свобода воли так же, как и бытие человека, как и все существование, все бытие, все качества, все особенности, все возможности человека также поддерживается Богом. И именно эта свобода воли является причиной того, что Бог награждает и наказывает свое творение. Потому что, несмотря на то, что человек не является причиной ни одного следствия, не является начальной причиной ни одного следствия, но все действия, которые совершают, которые совершаются человеком и которые приводят к определенным результатам, к определенным следствиям, у всех этих следствий имеется одно очень важное условие. То есть, например, если говорить более детально, более примерно, чтобы вы могли понять, о чем идет речь, например, я поднимаю и опускаю руку. Это определенное действие, которое приводит к определенному результату. Результат вы можете наблюдать, следствие вы можете наблюдать на своем экране. Так вот, это действие совершается не мной. Я не являюсь, согласно убеждению единобожия в созидательстве, согласно тому, что только Он, единый Бог, является Создателем и Творцом, это деяние также совершается им. Он является начальной причиной. Я не являюсь начальной причиной этого действия. Но это действие одно условие имеет. Одно очень важное условие имеет. Это моя воля. Захочу – это произойдет. Не захочу – это не произойдет. Но Бог может создать это действие и без нашего желания. И даже наоборот, при наличии нашего желания – Бог может решить не совершать этого действия. Но так происходит в большинстве, в абсолютнейшем большинстве случаев, что мудрость Бога подсказывает ему при условии наличия того или иного желания, той или иной воли совершать то или иное действие с телом человека. Именно поэтому мы очень часто видим, что человек порой не может совершить, несмотря на то, что хочет совершить то или иное действие, он порой не может совершить этого действия. Или же наоборот, он совершает то или иное действие, сам того не желая. Например, обратите внимание, в организме человека происходит множество процессов. В частности, это пищеварительный, очень известный процесс, пищеварительный процесс, он происходит именно в организме, в теле человека. Но при этом человек не стремится к тому, чтобы это произошло, то есть он не желает этого, он не выбирает это действие, то есть это действие происходит без воли, без участия, без какого-либо участия воли человека. Почему? Потому что в пищеварительном процессе нет такого условия, нет условия наличия воли человека. Поэтому ответом на это второе сомнение является то, что воля – это непознанное, интересное и чудесное явление и особенность, заложенная
Богом в человека, и которая питается именно Богом. Именно Бог дает и наделяет это качество. Это качество является условием действия человека. И каким-то образом эта воля зависит уже от самого человека. Несмотря на то, что она поддерживается Богом и даруется Богом, но все-таки сам человек играет какую-то роль именно в этой воле, в выборе. Именно поэтому человек сам выбирает, совершить ему благие поступки, праведные поступки, или же совершить дурные, предосудительные поступки. Именно поэтому человек награждается за свои праведные поступки и наказывается за свои преступления и грехи. И это является ответом на второе сомнение. Наша воля – условие наших действий. И воля, и наши действия даруются и подкрепляются Богом. Именно Он дарует все это человеку, так же, как и даровал ему бытие. На этом все. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Субтитры сделал DimaTorzok